Всем привет, с вами снова, как всегда, славный друж Обломов, и я продолжаю насиловать ваш мне подарок, эту чудесную духовочку. И, конечно же, единственное, что мы в ней не делали, но нужно сделать в самые кратчайшие сроки, это стандартная курица-гриль. Ну, знаете, которая маринуется в сметане, в кефире, нежная, аппетитная и с определенными специями. Сегодня мы протестируем эту печечку и посмотрим, хорошая ли там получится курочка-гриль с достаточно простым соусом. Спонсор выпуска — сайт PrintClick. Что это такое PrintClick.ru? Это, короче, сайт, на котором вы можете самостоятельно сделать дизайн своих визиток, нажать одну кнопку, и они вам уже едут. Ну и еще там есть печать на всем остальном, знаете, там подушки, футболки, буклеты. Но эти люди подогнали моим подругам из студии «Мама будет ругать» целую коробку, мне тут чуть-чуть для теста отсыпали, отличных визиток. Вот такие вот шикарные визитки. Штука вот в чем. Когда вы открываете собственный бизнес, вы сразу понимаете, что вам срочно нужны визитки, буклеты, всякого рода рекламные проспекты. И вы такие думаете: эй, куда обратиться? К долбанным дизайнерам или еще к кому-нибудь? А с PrintClick'ом вы можете вообще не париться. Вы туда вводите все свои данные, вы берете либо стандартные, там много десятков или даже сотен шаблонов разного рода визиток, там для фотографов, для дизайнеров, для кого угодно. Либо вы просто туда запихиваете свой файл, например, свой вот такой вот прекрасный логотип, и автоматически он отпечатывается на вашей визитке. То есть реально справится даже криворукий младенец. Ссылка находится в описании, реально нажал, все, тебе едет коробка визиток с отличным дизайном, который тебе нравится. Итак, сейчас мы будем делать вот этого вот жирненького бройлера. Мы будем делать из него курочку-гриль. Для этого нужно эту штуковину замариновать. Какие специи мы возьмем? Нам нужно курочку замариновать, чтобы она стала нежной. Для этого обычно используется вот такая вот база. 50% кефира, 50% сметаны. Я предпочитаю брать кисленькую сметану, то есть она есть там 15%, а есть жирнее. Жирнее она уже как бы не сметанно-кисленькая, а такая больше творожно-жирноватая. Вот, поэтому лучше брать не больше 15%. Это даст нам очень нежную сливочность, ну и вот эта вот кисломолочность, она немножко делает мясо мягче. Плюс все это обволакивать будет нашу курочку и предотвращать подгорание. Какая получится корочка, я не знаю. Сейчас будем тестить. Итак, берем кефирчик. Наливаем вот так вот кефирчика, полстаканчика. Нам очень много не надо. Само собой, если вы делаете куриц для своего бизнеса, который находится где-нибудь на придорожном вокзале, то вам понадобится такой подливы очень много. Столько же, сколько кефира, столько же мы берем и сметаны. Сметана все это дело немножко загущает. Получается такая вот подлива. Кстати, если добавить сюда ряд определенных специй, получится именно тот соус, который кладут в шаверму и который все любят. Да-да, кстати, вот этот вот шикарный соус, который все... Вот серьезно, если этого соуса на основе кефира в шаверме нету, ну это я не про этот маринад говорю, а вы знаете, вот этот кефирный соус, который идет к шаверме, если его в шаверме нету, я в шаверму не хожу в такую. Серьезно, то есть вот эти вот даже пиццы-аппликации студенческие, знаете, их можно покупать только если на них обильно поливают вот этим вот кефирным чесночным соусом. Я думаю, студенты со мной согласятся. Я вспоминаю эти пиццы-аппликации, почему-то у меня даже слюни начинают выделяться. Мне, кстати, говорят часто на камеру, типа: чувак, ты задолбал, что ты все время сглатываешь? Да потому что мне нужно говорить, а у меня... Я же на жратву все время смотрю. То есть я смотрю на жратву, мне хочется ее сожрать. Мне даже вот это уже хочется сожрать, несмотря на то, что это сырая курица. А мне при этом нужно еще что-то рассказывать. Так вот, кстати, в комментарии натолкайте ваших рецептов соуса к шаверме, который вы считаете идеальным. У меня свой рецепт, кстати, есть. Еще мы добавим соевого соуса. Если есть вустерский, он более такой солоновато-пикантный. Добавляйте вустерский, либо просто ливаните соевого. Ну, знаете, добавим 2-3 столовых ложечки. Вот так вот. Учитывайте, что вустерский соус, а бывает, что и соевый соус подсоленный. Я, кстати, люблю соевый соус, когда он с таким бобовым ароматом. Есть, знаете, дешевый жиденький соевый соус, а есть такие прямо густые бобовые. Вот это, кстати, уже сам по себе офигенный соус. Но нам нужно добавить сюда специй. Если вы хотите, чтобы птица получилась 100% вкусная, знаете, просто 100%, берите карри по вкусу и хмели-сунели. Ну, соль с перцем, это, я думаю, не нужно комментировать. Либо, если это для вас запарно, просто возьмите какой-нибудь пакетик, типа приправа курица, ваш любимый, и сыпьте от души. Если вы такой чувак, как я, который готовит достаточно часто, лучше покупать специи всякие вообще на развес. Почему на развес? Потому что, во-первых, их хватает на годы, а они, типа, например, той же гвоздики не теряют в своих свойствах. То есть у меня дофига вот таких вот банок, просто наполненных специями. Просто сейчас карри нет, при этом пришлось купить пакетик. Почему пакетики, я извиняюсь, дерьмо? Они дерьмо потому, что здесь все бодяжат солью. Здесь в составе в этих пакетиках всегда есть соль. То есть вы покупаете не просто карри, я вот так добавлю
пару ложечек. А вы покупаете еще дофигища соли, которая туда насыпана просто для одну хмели-сунели. Но я добавлю свои любимые приправы к курице, потому что она мне нравится, что она такая оранжевая, мне она нравится. А, так вот, суть в том, что вот эти вот приправы из трех пакетиков, там уже соли хватает, там уже солить ничего не нужно, потому что все это разбодяжено для веса солью. Сволочи. Ну, а сначала возьмем, короче, пару каких-нибудь луковиц. У меня тут завалялась пара луковиц. И их очистим для того, чтобы запихать внутрь нашей курочки. Так она будет на вертеле сидеть плотнее, во-первых. Ну, а во-вторых, лук всегда выделяет влагу, выделяет аромат и увлажняет курицу внутри. Кто-то перед тем, как луковицы запихивать внутрь курицы, еще вот так вот делает их ножом. Но это все полная фигня. Они в любом случае за час приготовления превращаются практически, как сказать, практически в кашу-малашу. Ну, можно разве что их пополам. Вот они сейчас просто не круто туда помещаются. Поэтому разрежем их вот так. Они все равно после этого приготовления особо никуда не идут. Вот так. А сейчас нам нужно ее замариновать. Возьмем противень. Маринуем. Собственно, как сказать, маринуем. Мы просто обильно-обильно обмазываем нашу курицу. И дофига запихиваем внутрь нашего кефирно-сметанного карри соуса. Тут фишка в том, что очень желательно вот так курицу оставлять часа на 4 хотя бы. Ну, если вы владелец гриль-шавухи какой-нибудь, то делать это с вечера и начинать их жарить уже утром, выдавая посетителям. Вот. Ну, примерно так полстаканчика, оно просто достаточно дофига налипает. Вот так, чтобы целиком ножки, спинка, вот так все было. Внутри все промажем. Вот так, чтобы все было в нашем кефирчике и в специях. Минимально это 2,5-3 часа она должна вот так лежать. Но курочка у нас какое-то время постояла. Смотрим, чтобы у нее не было залысинок от маринада. Вот. У нас была холодненькая, мы даже не убирали ее в холодильник. У нас тут прохладно, на кухне ничего не будет с ней. Не успеет она поплыть или стухнуть. Вот. Нанизываем, собственно, на наш грильный вертел и начинаем запекать. По поводу крыльев и ног, проведя несколько экспериментов со своей духовочкой, я понял одно. Как бы вы их ни привязывали, это не так важно. Главное, чтобы они не болтались. То есть, если их привязать вот так, то, когда вы готовите, мясо размягчается, как бы оно становится мягким, и у вас ноги каждый раз вот так как бы висят вниз к вашим нагревательным элементам. И они подгорают. Это же касается и крыльев. То есть, все нужно фиксировать как-то, чтобы оно было как можно дальше от жарочных поверхностей. То есть, например, ноги я привяжу прямо к вертелу. Собственно, как-то вот так она готова полностью к выпеканию. То есть, представляет из себя вот такую вот колобашку, у которой ничего особо не торчит. Куда, блин? Из задницы вывалилась у нее. Вот так вот. Из нее особо ничего не торчит, а значит, ничего не подгорит. Заталкиваем в духовочку. Теперь, когда наша курочка там начинает выпекаться она будет при 180-200 градусах минимум час. Скорее всего, она будет жариться час 20 или около того. Если вы купили гигантского бройлера размером с самосвал, то он может жариться и час 40. А мы в это время сделаем соус, который называется... На самом деле его часто к рыбе делают. Соус называется айоли или айоле, по-разному его называют. Но мне кажется, что он чесночный, он к курочке тоже отлично подойдет, потому что там чеснока не дофига в этом рецепте. Нам понадобится 2 яичных желтка. Вот у нас один желточек. И вот второй. Вот второй у нас желточек. Так, давай, падай. Так, хорошо. Второй желточек. Нам понадобится чайная ложка горчицы с горкой. Вообще, для этого соуса нужна сладкая горчица. У меня она была из Финки привезена, но я все профукал, как всегда, поэтому у меня есть только обычная. И 3-4 зубчика чеснока почистим и выдавим. Вот так вот даванем чутка. Я люблю когда чеснока побольше, побольше. Еще добавляем соль, свежемолотый перец. И перемешиваем вот так вот. И постепенно начинаем вливать оливковое масло. Постепенно, это значит совсем постепенно. Влили чуть-чуть, взбиваем. Влили чуть-чуть, взбиваем. Постепенно соус загущается, масло смешивается с желтками, получается вот такой вот соус. Но он абсолютно, вообще совершенно не кислый, поэтому берем немножко лимона, добавляем лимонного сока, вот так чуть его разжижаем лимоном.
чтобы он стал более пикантным. На самом деле, вот этот соус у нас личный к рыбе, но я просто хотел вам его показать, и к курочке, я думаю, он тоже зайдет. Собственно, вот наша курица и готова. Давайте вынимать да пробовать. Срежем веревочки, пока они не совсем залипли в мясо. Вот. Ноги. Ну и сейчас мы ее за кадром снимем с этого вертепа. Ну и разделаем ее типа порционно. Вот так. Из нее, кстати, вывалились луковицы, если что. Но внутри она осталась сочная, спасибо вертелу. Посмотрите. Посмотрите вот на это. Внутри она осталась сочной. Давайте подадим ее как-нибудь. Вот и наша курочка-гриль. На нее аж кожица расползается. С соусом айоли. Слегка лимонным, горчичным, чесночным соусом. Но на самом деле это не блюдо, это трололо жирнота. Серьезно, это очень-очень жирное блюдо, чуваки. Оно просто невероятно сытное. Тут ни хлеб не нужен, ничего. Я не знаю, разве что какие-нибудь овощи. Попробуем? Что я могу сказать? Это почти классическая курочка-гриль с очень-очень жирным. Он вкусный. Этот соус, он обалденно вкусный, но черт подери, насколько он жирный. Это реально как горчично-чесночный майонез. Но я думаю, что он настолько жирный, что его даже немного нужно разбавлять либо йогуртом, либо сметаной, либо чем-то таким. В целом, вкусняшка, да вообще без вопросов, курочка-гриль со вкусом карри, немножко пряная, солененькая. Почти идеальная привокзальная гриль-курочка, что я могу сказать. А с вами славный дружа Обломов, кушайте много, кушайте вкусно. Напоминаю, что сегодняшним нашим спонсором был сайт PrintClick. 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 Ссылка находится в описании. Этот сайт отлично подходит для тех, кто хочет получить визитки, буклеты, футболки, какие-то проспекты, какие-то распечатанные, предположим, блокноты со своим логотипом или типа того, но не хочет идти к долбанным дизайнерам, которые будут просить кучу денег и трахать мозг. Вот у тебя есть логотип, ты пошел к ним на сайт, вставил в какой-нибудь дизайн свой логотип или сам загрузил свой дизайн, кликнул «Окей, я хочу 2000 штук таких визиток», и они тебе их уже привезут, прямо целую коробку того, что ты заказал. Интерфейс настолько удобный и простой, что я тебя даже не знаю. Если вам вот нужны для бизнеса какие-нибудь визитки, вы чем-нибудь занимаетесь, я не знаю, зачем еще к кому-нибудь ходить. Просто printclick.ru, ссылка в описании, заходите, заказывайте, и вы видите, как это должно выглядеть, чтобы это вам понравилось. Спасибо им огромное за спонсорство. Что касается курицы-гриль, рецепт несложный и очень вкусный. Особенно мне нравится вот эта вот, как ее, хрустящая такая кожица. Смотрите, с нее прямо течет, капает. Вот. Ну и само собой это нужно делать на вертеле. То есть вот эта вот кожица, она все время обволакивается соками. Это реально нужно все время крутить, чтобы эти соки наматывались на вашу курочку. Что касается соуса айоли, очень вкусный чесночный соус. Но это реально жир-жир. Для тех, кому вообще наплевать там на похудение там, или еще что-нибудь. То есть это реально получается домашний, чесночный, слегка горчичный майонез. Кушайте много, кушайте вкусно. Кому понравился рецепт, ставьте пальцы вверх. Большое спасибо тем, кто это не забывает. Всем пока!